Привет! В сегодняшнем выпуске расскажу вам об очень симпатичном брелочке-адреснике от немецкой компании Trixie. Медальончик в виде косточки послужит не только важным носителем полезной информации, но и отличным украшением на ошейничек-барбосику. Лицевая сторона медальона выполнена из высококачественного хромированного металла и имеет небольшие отпечатки собачьих лапок. Эти самые лапки могут быть трех цветов, правда только трех – розового, черного и красного. Но все же выбрать брелок в цвет ошейника вполне даже реально. Обратная сторона косточки предназначена для написания личной информации или нанесения специальной маркировки. Как это сделать, зависит только от вас. Написать ручкой, приклеить стикер или сделать гравировку. Вариантов масса. Его длина 20 мм, ширина 35 мм и выглядит он довольно аккуратно. Крепится такой медальончик на ошейник собаки с помощью специального кольца, которое так же, как и предыдущий вариант, не отличается особой прочностью и долговечностью. Но согласитесь, с таким медальоном питомец выглядит шикарно. Если вы хотите, чтобы мы продолжали тему медальонов, брелков и адресников, пишите нам в комментариях. Пока!